На сегодняшний день отмечается высокий спрос на продукцию актюбинских фермеров. Об этом свидетельствует традиционная сельскохозяйственная ярмарка, прошедшая в столице. Продукция производителей, приехавших издалека, мгновенно раскупилась горожанами. К слову, в этом году было реализовано 212 тонн продукции. На прилавках, установленных на площади «Астана-Арена», было представлено свыше 50 видов товаров от более чем 20 производителей и перерабатывающих предприятий из 12 районов Актюбинской области. Всего на ярмарку привезли 212 тонн продукции, в том числе более 70 тонн говядины, баранины и конины высокого качества, 20 тонн молочной продукции и национальных молочных напитков, 17 тонн муки и макаронных изделий, а также высококачественные колбасы и мясные деликатесы. Мы приезжаем на такую ярмарку каждый год. Привезли из района мяса 9 лошадей, 9 коров и 15 баранов. Продукцию разбирают на ура. Людям нравится. Торговля идет хорошо, люди приходят, так как уже знают нашу продукцию. Ведь мы не в первый раз сюда привозим свое мясо и молочную продукцию. Свой товар сельхозтоваропроизводители реализуют напрямую без посредников, поэтому цены были на 10-15% ниже, чем на рынках города Астана. Мы из Ергизского района сюда привезли 12 туш конины, 6 туш говядины и 13 тушек баранины. Также есть 1 тонна рыбы. Цены поставили на 20% ниже, чем на местных рынках. И, конечно, товар разбирают. В целом из нашего района приехали 3 сельские хозяйства со своей продукцией. Жители столицы о продукции из города Актюбе наслышаны и с каждым годом с нетерпением ждут ярмарки. У многих сельхозтоваропроизводителей есть тут свои постоянные клиенты. Передаю привет актюбинцам, спасибо за вашу продукцию. Я как услышала, что на этой неделе ярмарка из Актюбе, всю ночь не спала, переживала, что опоздаю. Очень мне нравятся ваши товары. Постоянно приезжаем, уже привыкшие, нормально все, все устраивает, да? Где-то мед берем, где-то мясо, где-то овощи, по-разному, да. Подешевле, чем на базаре, на рынке, подешевле. Таралдым, еталдым. Я купил тару мяса. Очень хорошая продукция. Актюбинские товары очень хорошие, все очень нравится. Организация на высоте, молодцы актюбинцы, хорошо постарались. По словам организаторов, для нашего региона стало доброй традицией принимать участие в ярмарке в Астане. Сюда привозят самую лучшую продукцию. В отличие от прошлых лет, в этом году в области сложился неплохой урожай зерновых. Также большие достижения достигнуты в области животноводства и переработки. Сегодня на ярмарке наши сельхозтоваропроизводители предоставили большой ассортимент мясной продукции, также продукции переработки мяса, также и продукция растениеводства. Это, можно сказать, безусловная заслуга наших сельхозтоваропроизводителей, поэтому мы в полной мере, можно сказать, обеспечиваем нашу безопасность области, в том числе и города Астаны, продовольственной безопасности. Поэтому мы рады также вот еще раз внести свою лепту в этой ярмарке. Отметим, ярмарка в Астане проходила в течение 2 дней. За это время столичные гости мероприятия смогли не только приобрести продукцию нашего региона, но и оценить творческую сторону. Коллективы области подготовили для гостей концертную программу. Динара Абдуалиева, Райгуль Шимбай, Руслан Ельтаев, телеканал Актюбе.